6 недорогих продуктов для укрепления иммунитета. Тема крепкой иммунной системы становится актуальнее день ото дня. Именно усиление защитных функций организма поможет нам сохранить здоровье и не заболеть. Какие недорогие продукты могут нам в этом помочь? Первое. Свекла. Это прекрасный корнеплод, доступен круглый год по привлекательной цене. Не стоит забывать о том, что свекла – это мощнейший источник витаминов и антиоксидантов, которые не только укрепят иммунитет, но и существенно улучшат состояние здоровья. Известно, что свекла позитивно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы и благоприятным образом влияет на качество крови. Второе. Куркума. Это прекрасная пряность, известна человечеству с древних времен. В Индии, к примеру, куркуму используют в качестве лекарства. Зимой и осенью обязательно добавляйте пряность во время приготовления пищи. Это поможет вам защититься от инфекций и серьезных хронических заболеваний. Третье. Эхиноцея. Данное лекарственное растение многими фармацевтическими компаниями используется в качестве основного компонента средств для повышения иммунитета. Однако, нет никакого смысла переплачивать. Покупайте эхиноцею в аптеке и заваривайте как чай. Четвертое. Шиповник. В плодах шиповника содержится множество полезных веществ, которые способны укрепить иммунную систему. К тому же, напиток из шиповника обладает приятным вкусом. Пить его можно даже детям, поскольку от него не будет тянуть в сон. Пятое. Тыква. В этом прекрасном осеннем овоще можно использовать как мякоть, так и семечки. Считается, что тыква является самым полезным продуктом, который можно купить по низкой цене в холодное время года. Семечки стоит есть в чистом виде, а тыкву тушить или запекать. Шестое. Яблоки. Несмотря на тот факт, что этот фрукт кажется нам таким привычным, у него мощный потенциал. С помощью яблок можно не только усилить защитные функции организма, но и защититься от преждевременного старения и онкологии. К тому же яблоки способствуют заметному снижению уровня холестерина. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.